Дай мою погу! Сраная ты утка! Так, так, так. Всем привет, ребята! С вами Виктор и, конечно же, миролюбивый УЦ. Сегодня миролюбивый, но в процессе съемки он может стать немножко другим, так что осторожнее обращайте на его внимание, на его взгляд. Он иногда меняется, и тогда нужно сразу лайк поставить, как только вы увидите что-то подозрительное в его взгляде. Ну а мы, как обычно, достаем из широких из темы в группе ВКонтакте название уровня. Альянс Менкуилис. Фэнтези Part 1. Привет, Витёк, плей. Это мой первый уровень, я надеюсь, он тебе понравится. Ну, удиви меня. Медленно. Фэнтези, так, найди всех УЦ. Их всего 5. О, прикольно, давайте 5 УЦ будем искать. Я одного вижу уже. Он почему-то у орка из локтя торчит. А орк будет на меня нападать или это чисто так порисовать? Ой-ё, табурен. Хорош. Вот. Ты что там делал? Признавайся. Дварф, так, не гном. Так, я так понимаю, это... Ребята, у нас расы из Варкрафта, да? Погоди, это 4, а где последний? А где 5? Может быть, где-то дальше, впереди? Зачем прикольно сделал. А где 5? Погоди. Марсель Зокер 999. Пога Файт Грин. Так. Надеюсь, ты догадался, Пога Файт. Боже, у меня сейчас глаза выскочат просто из орбит. Вы на цветка посмотрите. Каково ему? У него глаза аж позеленели от этого. Так. Привет. Нажми на меня, чтобы начать. Ух ты! Вот это я понимаю, хорош. Это была плохая идея, не трогай этого парня. Затралена. Вот это я понимаю уже. Погнали дальше. Ладно, этого парня не трогаем. Добро пожаловать в Погофайт. Окей. Она назвала твою девушку Учкой. Жопой с ручкой. Оп-оп! Ты смотри, профессионально как. Как видите, профессионализм не уходит, ребят. Если есть оружие, свободно падающее оружие, которое где-нибудь летит, нужно обязательно поймать его. Цирковым методом, ребята. Так, мы кого-то с вами победили, кто, оказывается, наших родителей убил. Ну, сейчас подожди, я подойду к тебе и все обратно верну. А этого просто убить надо. О, что-то там говорит нам. Как так? Он прозрачный. Погоди, я тут... Оп! Я ж сказал, я отомщу. Я не пожалел свою ногу даже. Вот. Так, Санта-Клаус, что он хотел от меня? Он не дал тебе подарок. Только губами классно схватил бутылку на Новый год. Так, Санта подарок на Новый год не дал. На, отросток понюхай. Ой-ой-ой. Я же сказал. О, смотри, теперь у меня протез. Нет, у меня нет протеза больше. О, кто же там? Твой жирный босс. Я попытался этот унитаз тоже схватить с собой, но не получается. Унитаз, к сожалению, не втыкается в задницу. Поэтому мы просто топорик накроем им. Идем дальше. Что здесь нас ждет? Поздравляем, хорошая работа. Теперь запрыгни туда. Слушай, ой, чувствую, не надо туда прыгать. Нет, смотри, здесь нет прохода. Ну, просто я по аналогии с самым началом уровня. И... А, хорош. Прикольненько. И финиш. Здорово. Отличный уровень, что я могу сказать. Особенно с таким полноценным троллингом в самом начале. Тролл левел ВП. Так, это мой первый тролль левел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Окей. У тебя есть выбор. Налево или направо? Ну, давай налево. Ой-ой-ой-ой. А, вот так вот. Хорош, меня избили моим же сыном. Сколько можно? Как так получилось-то вообще? Отстань, синиха. Едем со мной. Медленно, медленно, медленно.
А почему медленно? Я хочу быстро, может быть. И что? Троллд! Ты, блин, эй, ой, черт! Блин, нифига себе, как ты это придумал? А я правильно еду? Я, наверное, правильно еду. Ой. Жесть. Совершенно непонятно, что там было налево. Я поехал налево, и там оказалась непонятная хрень. Направо, троуд, так. Их, как ты смотри, а? А, наверное, мне надо назад ехать. Ну-ка. Назад, 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 сейчас упадет на меня прям. Сейчас бум по голове прилетит все равно, нет? По-моему, оно... А, все, уже упало. Хе-хей. Так, едем дальше. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, вообще-то... You have no choice. У тебя нет выбора. И как мне проехать? Затроллено. Иди направо. А, видимо, нет выбора в смысле, что я не могу ехать направо, только налево. Почему ты везде написал, что именно мной ты... собой ты меня затроллил? Так, это демо... Левел будет завершен. Типа он не завершенный сейчас, да? Это не тролль. Если ты вдруг так подумал. Я сказал, это не троллирование. Ты чё, сумасшедший? Ну ладно, ты выиграл. Так, погоди. Ты чё, действительно поверил в это? Надеюсь, нет. Слушай, у тебя очень своеобразное чувство троллирования, я тебе скажу. Честно, вот с такого типа тролль уровнями что-то я как-то давно не встречался. Еще предлагают Hills Pogo 5 сыграть. Вперед! Вперед, господа! Я кепку потерял! Девочка, как ты могла? Ты отняла у меня кепку, это единственное, что у меня есть. Ага! Слушай, он сейчас улетит же вместе со мной, да? Жесть. Вы посмотрите, это просто маньяк какой-то. Он, значит, себе в пах всадил. И мне в пах всадил. Ну, за компанию, в конце концов, ему скучно просто было. Сидит такой. Ёлки-палки, у меня теперь есть рука. Эй, у меня есть персональная рука. Моего злейшего врага. А, смотри, вот что значит руки из жопы, когда растут, наблюдайте. Видите, рука из жопы, все в порядке, так и должно быть. Рука жоп. Как мне теперь вылезти отсюда, идиот? Я из-за тебя застрял. Высадите, пожалуйста, эту жопную часть, она мне мешает. А, о, 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 хорош. Вот, смотрите, рука режет собственную задницу. Супер. Нет, не сработало, погоди. Сейчас мы распрыгаемся и туда... Блин, как их много-то, а? Может быть, их как-то обезвредить надо сначала? Валим, валим, валим! Все, 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 ушел. Нифига себе там. Целая, ребята, банда бомжей напала на меня. Нет, только не это. Уйди. Да что ж такое-то? Отстаньте от меня. Уйди от меня. Слезь с меня вообще. Да пипец, жесть, опять эта рука с жопой. Жопорук, слезь. Ну все, ребят, поход дело труба. Да, жесть. Ё-моё, он меня сломал. Ну нафиг, все, разозлило меня этот уровень. На. Иди, играй сам. Давайте зайдем к человеку, которого можно похаять очень легко и просто. Потому что он частенько бывает. Можно сказать, а помнишь, ты уровень делал? А вот это хуже намного. Атака подписчиков. Ну да, посмотрим. Так, атака сабскрайберов. Дорогой Витек Плей, ты уже очень долго играешь в мои уровни. Думаю, ты согласишься, что уровни в Happy Wheels делаются не просто так. Короче... Ребят, Витя за бесплатно и прямо сейчас рекламирует мой канал на YouTube. Ну ладно, пошли, говорят, что я какой-то уровень рекламирую. Чадов. Чадов. Ты буква Ч, понял? Ай, хорош, шмелик. Так, да, ребят, это...
действительно сугубо для меня уровень, и только тот, кто на стриме бывает, понимает, о чем здесь вообще речь. Меня Чадов поймал, прикинь, и все. Ну, шмелик вообще адовый получился. Блин, ну... А получается, вы посмотрите, если это руки, а это ноги, то что там между ног? Что является ножкой буквы Ч? Оу, как я сюда попал? Чадов, я вошел в тебя, понял? Оу. А, ты ды ды ты 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 мне надоело с тобой. Я пошел. Выдвигаемся. Выходим из Чадова, пошли дальше. Шмелик. Шмелик сразу кепочку сбивать. Это ты какой? Сонутек. Сонный. Окей. Майдак. Хорош. Что это было? Люблю, говорит, уток. Да, это тот самый... подписчик, который... которого бот читает не Майдак, а Мудучик. А, нажать на continue надо, погоди. Во, я понял, в чем реклама. Я это рекламировал I'm Hyper. Нет! О, гусь меня укусил в коленку. Что это за гусь, который поги ломает? Ты что, издеваешься, что ли? Сейчас опять сломает погу, ты смотри. Супер! Отдай мою погу! Сраная ты утка! Так, и... Опа, пару-пап! Утя, стой! Нормально. Выжили. Так, а этот кулак можно перепрыгнуть, надеюсь? Нет, нельзя, и как мне теперь быть? О, хорош, кто это? Супер-мега-гига-босс. Ты что, прикалываешься? Почему там два арбуза? Блин, тут, оказывается, вообще ничего не оставалось в конце. О, я так долго страдал. Пуп-флип. Просто какашечный уровень. А, ну почему бы и нет, действительно. Да, можно пометать какашки. Есть бутл-флип, а есть пуп-флип. Красота. Смотри, кстати. В один таз попал. И что, теперь будем ждать? Два унитаза наполнил. Хорош. Давай, в третий. Стеклянная какашка. Хорош, вы слышали этот звук? Какахи-то стеклянные, оказывается, ребят. Вот так вот. А я-то думал, что с ними не так. Да. Опа. Божественная какашка оказалась у меня. Ночью прикольный уровень. Так, Cartoon Tail версия 0.7. С новыми персонажами. Давай попробуем все-таки верхом. Измордовал, гад. Опа. Да ладно! Ты исправил это, оно теперь работает. Дядя Деда, спасибо тебе. Тихо. О, спасибо тебе, сенсей. Ай, ты кто? Самурай Джек. А, вот так вот даже я могу сражаться с его пушкой. Кто кого-то жмет. Уху! Какая-то длинная рука. Здесь дырочка горит. Это же это как ее? Собака. Белобака. В дырочку прям. Видишь, специалист. Вон они что делают, оказывается. У них сговор. Знаешь, что у порта незабудки, у портового цветка скоро будет сговор с Флави. 100%. Так, а... Что у нас происходит внизу? Хорошо застрял. О, мой фут! Так, хорош. Хорош отрыжками кидаться, кит. Рыбка. Супер-пупер рыба-кит. Да что ж я прыгнуть никак не могу нормально. Опа, я просочился куда-то. К
Я еще живой-то остался, не понимаю. Слезь с меня. Уху! Черт! Фига, изнасиловали просто. Ну ладно, тут финиш уже найден. Да, прогресс есть, прогресс явно есть по этому уровню. Слэшер 1-1-1 с уровнем... Фейк финиш. Ого! Финиш из лай. Финиш это ложь. Так, привет, это мой крутой уровень. Ну, конечно же, я разрушил финиш. Так, беги. О, господи, боже мой, что здесь происходит? Бит хардер... Что за фигня? Почему так долго их пробивать? I will revenge, я отомщу. Давай, разгонимся. Тун-тун-тун-тун. Хорош. Черт, опять фейк финиш. Да что ж такое-то? Поймал тебя. И что? Так, погоди, мне теперь нужно что-то выбирать. Так. Stop, why you have buttons? What you do? Синий, зелененький? О, щит. Спасибо, лузер, ха-ха-ха. Синенький? Ха-ха-ха. Ты хотя бы пояснение писал бы на уровне, что происходит. Вот это дичь, а. Лучшая за неделю, ребята. Наконец-то добрались. Долго-долго шли мы к этому. 99.99 Impossible. Веселитесь, сохраняйте реплей и просто отрейтингуйте уровень. Тих-тих-тих, погоди, я даже начать не успел, он уже... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Щекотно. Ай. Опа! Ха-ха-ха! Никто не ждал, а я смог. Ну тут реально просто вообще ничего не надо жать, кроме пробела и в нужный момент отпуститься. И ты профессионал, ты на месте. Так, Baby is Flying 2. Ребенок летает 2. Хорошо, ОМГГГ. Нажми Shift. И чё это он? А, мне ребенка нужно... Все, я понял, ребенка надо запулить. Уху! Хорош! С первого раза запустил. Блин, что-то новенькое. Такого я еще не припоминаю. Так, test your neck. Протестируй свою шею. А, я понял, тут надо этим мужиком раздвигать позвонки себе. О, господи, боже мой. Что происходит? Нигер, ты что творишь? Видимо, если я быстро поеду, он тут же отваливается. У него все, да? Опа. Ах, черт, чуть-чуть не дотянул. Я старался. Здорово. Здорово, ребята. Финиш. Пошли отсюда нафиг. Джетпак-симулятор. Ух, елки-палки. Такая маленькая щелочка. Ты, блин, успел. Напряги булки, пишут. Ботл флип, ну наконец-то, ребята, ботл. Фу, какая гадость. Так, левел импасибл. И что мне надо сделать? Нормально, нормально, дошел. Молодец. Так, метание мечей про. Это кому? Этому дала. Отлично. Этому тоже дала. И этому дала. Что происходит? Налево куда-то метнул. Далеко. Чак Норрис, прям в сердце. Он должен был не уметь. Твою налево. Ну и Джастин Бибер. Супер. На. Троих. Троих одним мечом. Воу. И чё? Я вроде всех уничтожил. Кого я еще не убил? Кто-то невидимое? Может быть, надо нажать? Смотрите, beat part 1 to unlock part 2. Я part 1 пробил.
Что-то желтенький остался. Шарик не выкакивается. Шарик, выкакивайся давай. Что сделать надо, а? Кого еще не добил? Туда я даже закинуть не могу ничего. Уж ты, ребят, ну костяк. Плохой уровень. Багнутый. Я его прошел. Impossible Pogo 99%. О, это я обожаю такие штуки. Опа-па-па-па-ра-па-па-пап. Well done. Так, черная машина, ребят. Черный бумер, видимо. Ты посмотри, а. Черная машина, версия 1. Нажми пробел и жми вверх. Вау, вау, вау. Ух. Очень черная машина, ребят. Не попадешь. Я на Бэтмобиле. Доктор Эпик Фетус, ребята, с уровнем New Level Concept. Новый концептуальный уровень. А чтобы начать, нажми пробел и иди кнопочками вверх-вниз. Прикольно, а я кто? Ага. Воу! Это значит, надо получается просто грамотно рассчитать скорость передвижения. Оп! Тихо! А что у меня высосало-то? А как наверх? А, здесь меня поднимает наверх. Я типа в воде в какой-то. Окей. Вау, вау, ух. Черт, а здесь надо в дырочку успеть попасть. Ва-а-а! Нет! О, 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 я прошел! С ума сойти. Вот это что-то. Вот это я понимаю. О, приключения папочки. А чё бы и нет. О, Паня-то молодец. Смотри, с насильником. Девочка бедная. Она сидит такая, позирует с ананасом, значит. Мужику, он рисует ее какашками в унитазе. Вот, а тут сзади прилетает, значит, какая-то непонятная фигня и втыкается прям в затылок. Ну как так? Вот такая нелепая смерть, премия Дарвина. Так, Дед, папочка может ломать стены. Молодец, папочка, давай. Молодец. Что, все? Вот, смотрите, сражение жирных. Давай посмотрим. О, у них реально сражение? Или это сражение с жирными? Погоди. На! Оттик не воткнул. Опа! Хорош! Прикинь, реально прикольно, сражение с жирным. О, ха-ха, в лопатку ему, прикинь, воткнул. Все, ты умер. Я победил. Исследователь галактики. Да ладно. Что это такое? О, прикольненько. Ёлки-палки, ребята, я по... Кто-то укурился. Я лечу, нахрен был спрыгивать раньше. Оч, держись. Держись, держись, держись. Лети. Сейчас главное попасть куда надо. Десант. У-ху. Поехали. Прикольно сделали, кстати. Это почти как Роб Свинг, только не Роб Свинг. Блин, Сатурн очень быстрый, как видите. Прям закручивает моментально. У-ху! А это, возможно, Юпитер. А если вниз? Так, колечко астероидов. Это кто такой, Марс? Это Марс. А, Земля! О, хорош, Земля! Ты шустрая какая тоже. Венера. А где Меркурий? Не вижу Меркурий. Лечу к тебе! Не дотянулся! Солнце! Есть! Я попал в солнце в самое. А что, прикольно сделано, кстати. Это, по сути, Роб Свинг тот же, только вот такую форму облеченный. Круто. Есть же положительные уровни, прикольные. Вот, вот почему все остальные такие непонятные? Подождите, Вите, надо выйти. Все верно. Давайте закончим на этом. В конце концов, вот что искать среди говен огромных, какие-то золотые слитки? Уже нашли. Уже нашли, на этом надо остановиться. Надо довольствоваться малым.
Всем спасибо за внимание, с вами был Виктор, канал Витек, плей, лайки, подписки, комментарии, Уце боготворить, лайками своими тоже сдабривать его. До встречи в следующей серии, пока!